Нормально. Все, надеюсь, успели схватить. Кто не успел, ну, давайте 100 рублей. Как бы и нормально будет. Блять! Ну каким образом 7 человек из 6 возможных активировали, блять? Ёбаный фак! Вот, сука, активации 7 из 6, блять! Блять, меня просто спиздили эту активацию, нахер. Активированный уголь, нахер, нахуй, нахер, нахуй, нахер. Да. Не, ну чебоксарчики, господа, это, конечно, чики-бомбони, я бы даже сказал. Так, алло, я хочу это сегодня на СП чуть-чуть лететь. Ну, точнее, не на СП, да. Еще год быстро проходит, с 13 зрителей поднялся до сотен, откуда все деньги моих суд не заботит. Донаты летят, это сосок заботит. Окей, я чекнул прайс. Тупанул слегка. Точка, наша песня по Майнкрафту. Точка, оцени, пожалуйста. Отложим. Еще год быстро проходит, с 13 зрителей поднялся до сотен. Блять, сегодня опять начнется нахуй. Очередь. Донаты летят, это сосок заботит. Посмотри шедевр фильма «Дровосек Продучтион». Если не посмотришь, я точу ножи. А я запускаю мой член. Ну, под музыку такую еще жесткую. Разрешаю не смотреть видео. Вон, смотри, мне Devils 67 разрешил не смотреть. Все. Я не буду. Я не буду смотреть. Я отказываюсь от просмотра данного видео. Записи. Да. А, еще подписчики, короче, из-за того, что я вот это вот, ну, на какой-то ломке нахожусь, мне постоянно что-то хочется делать, блядь. И, ну, я сам для себя анонсирую следующую неделю, неделю хайпа, но не того хайпа, которого я обещал, а неделю хайпа я буду, ну, прям что-то делать. Типа, вот, вернусь... Не в стримах. Я буду больше на студию там ходить. Вернусь, там, документы, дом, блядь, быстрее начну делать. Вот, блядь, пока какая-то энергия есть, которую вот надо высвободить. Вот, в дрочильню, да, надо сходить тоже, блядь, вот это вообще обязательно. Сосища, да, думаю, да. Да, сосища на следующей неделе надо. Ну, как на следующей, вот, которая завтра начнется неделя. Проебнуть надо сосища. Увековечить в веках, да, вот эти вот сосища. Так, значит, мне сказали, надо на тестовом сервере мне побольше быковать на людей. И мне сказали то, что мне надо вообще участвовать в жизни своего города. Хуйню, блядь. Высрали. Значит, так. Задания мои, я их вкинул. Во-первых, я требую каких-то обновлений. Вот сюда должен уебаться метеорит. Видимо, уже разметили. По моим планам, сюда просто ебнется метеорит. Я не знаю зачем, я просто захотел. Типа, нужны какие-то изменения в городе. Такие просто прикольные. Чё и предлагаю. Просто сферу мы сначала удаляем. И потом... Блять, нахуй, блять. Чё, это вы по этому поводу клип не кидаете или что? Я заколебался. В городе ничего не происходит. Ага. Типа, я вот был на собрании, вот мы поговорили, меня Кирилл выбесил. Все. Это правда. Критичная точка. В честь своего протеста перед баном я разломаю эту гребаную Венецию. Ну давай, это... блядь, разъебывай. Больше не могу. Тьфу, блядь, я надеялся, он ее разъебывает. Есть взрыв. Эфири. Пятерку за... Блять, так подожди, что там уже реально разъебывают или как? Короче, во-первых, сюда метеорит хуярит. Потом еще придумаем, что с ним делать, типа, что он там по сюжету. Этим районом никто не пользуется, и жизни больше и экшена будет добавлено. Некоторые здания пусть остаются целыми, просто здесь надо разъебать метеорит. Это во-первых. Во-вторых, в какое-то из этих зданий должна уебать ракета... Либо вот в это, потому что оно пустое. Сейчас надо зайти вот в соседи и посмотреть, какие самые пустые здания. Если вот здесь на последних этажах пусто, значит вот в это здание. Если вот здесь пусто... Короче, где пустое здание и которое не используется, туда ракета должна уебаться. И нормально.
Так, сейчас, может быть, к Миляну телепортироваться. Блять, я не понимаю, блять. Я не понимаю. Они опять надюпали кучу карт, блять. Да-да-да, должна быть отсылка на Криосана 100%. Алло, Милейн! Ой, привет. Привет, Милейн! У нас чел назад соливнул. Кто? Микрогеймер. Почему? Он охуел. Почему нахуй? Он, короче, он у меня спиздил арт. Вот, и я на него быканул в конфиоц, я не знаю, его сильно как-то там... Ой... Блять, я его сильно обосрал, и он, короче, такой, пока. Ну, не стыдно тебе? Из-за тебя вот люди ливают. Да вообще похуй. Чё? Ну, ты же сам ливал из-за агрессоров всяких. А, Это другое? Это другое. А, всё, тогда всё. Пошла теперь моя агрессия. Покажи свою, как ты вообще агрессируешь. Ну, это меня надо разозлить очень. Ну, например, как? Ну, ебучая катаракта, например. Не понял. Ну, катаракта, блядь. У тебя катаракта? Нет, блядь, проходит чел, начинает всякую хуйню нести. Я ему говорю, иди нахуй, ебаная катаракта, и все. Я просто начинаю, блядь, крыть всех матом. А с каких пор вот ты изменился, Милейн? Я стал Сигмой. Наоборот, мне кажется, я смотрю твои этот там где-то фотки, ты постоянно с женщинами с какими-то. И чё? Ну, Сигмы, они... А женщина не стенку подвинется. Чего, блядь? Блять, о чем этот был разговор, нахуй? Ладно. Сейчас, вот Кота Фруи. Алло, Кота Фруи! Здравствуйте. Турагентик, здрасте. Да, привет. Здорово. Значит, ядерку, нахуй, отсылку на этого. Куда мы будем? Open Gamer, да? Вот на этого? Не-не-не, Криосус. Ага. Смотри, давай. Криосанс. Вот. Нет, куда? Пойдем. Не, я хочу, чтобы прям люди заходили, блядь, и было разъебанное здание. Либо вот это, либо вот сюда ракета хуярит. Либо вот сюда куда-то ракета хуярит. Вот какое здание не используется, теперь будет использоваться как цель для ракеты. Вот это здание не используется. Вот, здесь, значит, разъебите, осколки снизу сделайте. Ну, просто вот что-то, блядь. Хорошо. Вот, и тут написать Криосан. Ладно. Так, и дальше этот метеорит. Угу. Насколько будет радиус поражения, надо обсудить. Ёбнутый, максимально ёбнутый. Не-не, вот, ну надо, такой? Чтобы остались хоть чуть-чуть здания. Ну там по краям оставили, а вот всю вот эту вот часть уже как бы... Как, вот где ее нет? Вы ее... Где ее нет? Вот на... этих нету зданий. На СП ее нет. Это суд же ебанул. На СП. А, ну, так, ну, надо-то какую-то перенести? Визуально взрыв же сделать, что сделаем. Туда ебанул надо, метеорит. Сначала всем снесем, потом надо еще у некоторых зданий просто одну стену, допустим, снести, а все остальные, чтобы были. Ну, да. Это будет. А, потом. Ну все тогда, все. Угу. Давайте строителей заставим разрушать. А я может они лучше будут строить? Ты же строитель, да? Да, да, да. Мы же его, помнишь, наняли, чтобы он мост построил. Вот он построил и с тех пор... И больше нихуя не строил, да. Блять, вот ты и попался, топ ресурс паков на тотемы, блять. Обман. Либо ты строишь, либо ты нахуй пойдешь. Либо ты строишь, либо ты нам всем делаешь ресурс пак на тотемы каждому в городе. А можно? О, это могу. Это изизим. А какие мемы? Нет, ну, Фоксерой, реально, а когда Фоксерой, строй, блядь, строй, нахуй. Что? Короче, что тут написали, должен быть кратер, блядь. Нахуй, от взрыва метеорита. Сюда приземлился отсуситерский метеорит.
Пришелец из Fortnite. Картинку нет, и в нем был картинку. Внутри Веном. Я без картинки строить не могу, мне нет, надо картинку. В нем Веном внутри черный был, черный. Внутри был метеорита черный. И все, там хватит. Веном. Ядерная бомба. Там нет, сюда метеорит упал, и внутри был черный Веном. Да. Стадия развития спор. Что? Ну, игра есть спор. Ну и... Генсик, ищи ему картинки. Ладно. Все, вот здесь метеорит, короче. Будет сделано. Ну, когда? А, все. Когда завтра. Генсик скинет картинку. А где Фуси? Где Фуси? Ну, насколько это масштаб? Быстро надо сделать? Фуса занят. Фуси отдыхает. А, он мне обещал, ну ладно. Так, еще есть какие-то идеи, то есть облагораживание города? Пепси, вон видишь? Баннер Пепси. Ну? Заменить на баннеры добрые колы. Это Америка, в Америке как бы они запретили. Ну в Америке хер что сделаешь, не знаю. Снести нахуй, может быть, пол района? Так может просто снесем Америку? Блядь! Америку и построим Атомикард, потому что мы... Давайте все снесем кроме моего дома. Сейчас снесем кроме моего дома и центра доставим тоже. Давайте просто ям построим. Я... Рекомендую, чтобы Гена разрешил деньги. Давай. И мы все взорвали нахуй просто. Да. Вот там. Огромная, там сколько, миллион пороха есть, можно взять у него. Артемида положила свои сиськи взорвать. На планету СП и разнесла Венецию. Че? Звучит охуенно. А ну-ка, поразвивай эту идею. Как это? Космос. Знаешь, есть как в Марвел этот огромный чел очень. Да. Который планета. Ага. А у нас будет... ну как назвать? Ну-ка, Нисер, иди сюда. А? Как бы ты назвал огромную девушку сиськами? Ну что тебе первое в голову придет? Ну... Как вчера? Мама. Ну, я сейчас думаю, чья мать просто мне не нравится тут. Мама Атрикса. Мама Атрикса, короче, положила свои сиськи на планету. Как у нас планета на СП называется? СП. Положила сиськи на СП, образовался огромный кратер, и там выработалось молочко. Вот молочко у нас проникло в землю, и начало это... тут начинает появляться семенной вулкан. Вот. Не, ну, в принципе, можно заменить всю воду на молочко. Не, ну звучит охуительно, где-то. Реально. А будет как в серии Рика и Морти, я там были живые сперматозоиды? Да. Не понял. Я Морти. Ты не смотрел Рик и Морти? Нет. Так подожди, что, позор. Метеорит отменяется и тут будет отпечаток гигантской сиськи? Нет. А как? Не, мне кажется, сиська будет покруче, чем просто метеорит. Слушай, здесь просто замесь большая метеорита построить сиську, сиська. Да? Сиська отвалилась, и она лежит как замесь метеорита, да? Вот? Жировая нахуй такая. Не, я думал, подожди, вот смотри, мега-мама Атрикса, она положила сиську и потом ее убрала? Ну да. Да, она ее убрала, но это она оставила тут след. След, сиська, там был сосок. Да, она оставила след, чтобы потом вернуться. Она оставила след, чтобы зародить тут свое семя. Потом она под конец повернется и нахуй тут все своими письмами. Блядь, ебучая. Не понял. Но она... Не, ну вы слишком что-то мудрите, ребята. Короче, вот здесь надо, чтобы взорвался метеорит. Метеорит просто. Давайте просто метеорит, это же реально какой-то. Пока метеорит, короче. Ну смотрите, а масштабы какие хотите, чтобы прям банк взорвало там? Не-не-не-не-не, вот смотри, вот примерно, чтобы вот от этих зданий еще пооставались комнаты. Ну, чтобы просто было видно, что, смотри, вот так вот примерно, нахер. По дуге, как бы, дугу. Шаришь? Вот видишь, где кольцо эти блоками поставлено? Это и есть примерно разметка метеорита. Какое кольцо, блядь? Ну, не кольцо, видишь крест? Видишь, ну. Не, блядь, много. Сейчас, подождите, я сейчас сделаю. Ты можешь тут терраформить, то все красивенько просто сделать. Нет, ты не понял. Это в принципе, где урон будет нанесен. Это не все будет кратером одним. Это где будет здание по. Да, ну вот я хочу, где будут отожраны прям куски. Ну вот смотри, а именно какой Веном нужен? Веном, нет, просто потом мы там по сюжету, я не знаю зачем, но мы там найдем Венома.
Black Meteor и Venom. Так, смотрите, ну, наверное, вот так вот будет. Ну, тут еще должны быть просто обрушенные эти здания. Какая воронка? Вот есть черный Веном, он убьет. Мне кажется, мы нашли уже Венома. Вот Веном. Вот он. Можно просто сюда большую маму Атрикса положить. Типа, она... Не, еще шире, пошире сделай. И нахуй тут весь район, типа, ну. Сделай так, чтобы отожрать по половине здания. Как вот, как тортик отрезать, шаришь? Да, да. Чтоб вот, вот здание, чтоб алло, здания вот отжирались, как будто отрезал тортик. Вот это вот, чтоб вот здесь вот, блядь. На блока 3 увеличить. Ой, на 5. На 5 блоков увеличить. Вот. А тогда не будет банк захватываться и... Ну, ну с той стороны меньше захватим. Какая нахуй? Да. А, ну все. А то даже, кстати, мой дом, который в Венеции выживет. Найс. Давай, руби вот посюда. Вот, кто там сделал радиус? Руби. Квинли. Квинли сделает ссылку. Так, здесь. Ну тут тоже, я не знаю вообще, что это, блядь. Сожрется тоже кусок. И здесь отожрется кусок вот этого здания. И вот этого здания кусок отожрется. Будет, мне кажется, заебумба. Да. Еще, значит, еще, 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 еще плюс два. Плюс два. Ой-ой-ой, приятного, Эмилиан. Так, а мы спаяка на якорями мы взрываем, да? Так, вот здесь будет классная тоже рана. Вот этот вот кусок здания будет отложен. Вот этот. На Венецию упал метеорит. Мафия Дел Паглиас в охуе. Лошадей их спиздили. Минус мафии еще. Кирилл хотел там построить гей... Блядь, стоять! Что вы делаете нахуй? Фоксирой, блядь! Еще шире! На два шире, на один на два блока шире, еще шире на один на два блока, хеллоу. Да ёшкин кошкин. Давай, ебаника. Это удали Too Many Players. Так, смотрите. Алло. Сейчас, сейчас, смотрю. Вот это здание чуть-чуть сожрет. Вот тут вот, ну так, чуть-чуть вообще цепанет на похуй. Вот здесь хорошо сожрет. Блять. Ну хуй пойми, тут побольше просто разрушим. Да, да, дэн, дэн. Вот это сожрет полностью. Ну оставить от него какие. Дэн, 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 дэн. Смотри, метеориты же, ну никогда не падают прям идеально вертикально вниз. Так, да? Так. Они падают под небольшим углом. Так. Давай, короче, метеорит ёбнулся под углом, и вот видишь, где у нас вот эта как-то бухта небольшая. Да. Там сделан такой водопадик красивый. Да, да, там будет вода сливаться. Там, смотрите, когда метеор падает, он делает вокруг себя такую вороночку, типа. Да, да. Ну да, да. И да, вода да. Просто. Вонючечная загогулина, вонючечная загогулина. Да, типа, да. Я еще, знаете, как думал, вот такая будет вороночка вот такая, а там дальше не знаю, будет обрум. Бломки сделать. Вода же в середину типа не зайдет, да? Короче, давай идем. Это нахуй. Все. Все будет. Все. Снизу взрыва... Блять, ну только, наверное, не взрывать. Так, а ну-ка. Так. Блять, это ракета Илона Муската упадет, блять. Реально, ракета Илона Муска...